Всем привет, с вами Антон Колбаскин, и сегодня мы будем слушать очередную кассету от фирмы «Мелодия». Песни на стихи Ильи Резника. Я выложил шортс, невнимательно прочитав фамилию автора, и удивился его внешнему виду. И вот под шортсом ребята из «Машины Рекордс» меня тыкнули носом, что Резник и Резников – это два разных человека. Что логично, за что им большое спасибо. Вот. Ну, слушать будем через мой ламповый кассетник в сыром виде. То есть будет присутствовать фон от трансформатора вот в этом ящике. Но я уже приобрел импульсный блок питания, который должен приехать в начале августа. Я его установлю, и эта проблема уйдет. Ладно, болтать не будем. Давайте послушаем музыку. Как-то раз случайно встретила я вас, но вы вдвоем, вы не со мною. Вы так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней ваш. Но вы вдвоем, вы не со мною. Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, вы не со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний земной, а вот венец я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле анфас, а я смотрю, смотрю на вас. Смятенье вы мое и грусть, мой сон, что помню наизусть. Но вы вдвоем, вы не со мною. Моей надежды ясный свет, я шел к вам столько долгих лет. Но вы вдвоем, вы не со мною. Ах, вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж. И вы вдвоем, но не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где вы вдвоем, где вы со мной? Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот венец я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле анфас, а я смотрю, смотрю на вас. А вы вдвоем, но не со мною. Вы вдвоем, но не со мною. Но вы вдвоем, но не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где мы вдвоем, где вы со мной? Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле в анфас, а я смотрю, смотрю на вас. Вернисаж, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж.
глаза. Еще не вечер, еще не вечер. Еще иду я рядом с тобою безоглядно. Пусть говорят, что приближается гроза. Пусть говорят, что гуд и сердце, и глаза. Только не буду верить я таким словам. Никому тебя я не отдам. Еще не вечер, еще не вечер. Еще в запасе время есть у нас с тобой. Еще не вечер, еще не вечер. Еще открыты двери надежде и доверию. Пусть говорят, что стал с годами труден путь. Пусть говорят, былого счастья не вернуть. Только не буду верить я таким словам. Никому тебя я не отдам. Еще не вечер, еще не вечер. Ошибок прошлых мы уже не повторим. Еще не вечер, еще не вечер. Продлится день счастливый для нас с тобой, любимый. Пусть говорят, ничто не вечно под луной. Пусть говорят, что мы останемся с тобой. Только я плен не сдамся будущим годам. Никому тебя я не отдам. Только я плен не сдамся будущим годам. Черной тучи день
пропела, птица мчалась в высокое небо, где стая ждала. Ничего не случилось, мне ветер дал крылья, и я не боюсь, я не боюсь высоты. Мы мосты.
лучшие споем. На этом моменте воспроизведение пришлось прервать, кассета заскрипела. Ну, вы услышали на последней песне. Но то, что проигралось нормально, меня, честно говоря, порадовало. В комментариях под демонстрацией звука от близкой кассеты фирмы «Мелодия» кто-то написал, что спасибо, что напомнили вкус советского пломбира. Ну так вот, ребята и девчата, на основании того, что я сейчас слышал, да, советский пломбир – понятие очень растяжимое. То есть в Тбилиси он был свой, а в Риге качеством значительно получше. Ладно, пишите все, что вы думаете по поводу услышанного в комментариях. Если кто-то сталкивался со скрипом кассет, расскажите, как вы это дело лечили. У меня скрипящие кассеты есть, английские, эмишные, с технологией XDR, но там лента липкая, я не знаю, что с ней делать. Вот, здесь лента по цвету, кстати, похожа. Вот. Где она скрипит, это нам предстоит еще выяснить. Вот. Ну, а с вами был Антон Колбаскин. Наверное, пока-пока.